И снова здравствуйте! С вами Денис Елисей, вы на канале Твой Игровой. Сегодня мы играем в игру «Черепашьи бега». В чем смысл игры? Каждый игрок в тайну выбирает черепашку, которая будет участвовать в гонках. Давай, выбирай. И не показывай мне, какой это цвет. Ну, одну. Если ты хочешь показать зрителям, то можешь ее вот так перевернуть и зрителям показать. А я отвернусь пока в это время и выберу свою. Ну что, показал зрителям? Угу. Сам запомнил, какая у тебя? Ой, пока нет. Давай, запомнил? Да, запомнил. Все, я тоже свою выбрал и показываю ее зрителям. А ты не видишь? Да? Нет. Хорошо, все, кладем эти черепашки сюда. Вот, теперь мы должны, чтобы победить, довести свою черепашку до финиша. Да. Ну что, теперь как в это во все играть? Нам каждый ход будет раздаваться 5 карт. Ну, то есть у нас будет каждый ход 5 карт. Мы будем каждый ход играть одну карту и потом добирать до 5. Значит, у них тут разные символы. И что интересно, мы не знаем, какая у кого черепашка, но в игре участвуют все черепашки. И двигать мы можем как свою черепашку, так и другие черепашки тоже. Потому что какая карта у нас есть, так и будем ходить. Плюсик означает, что мы двигаем черепашку на одно деление вперед, на один камушек. Минусик – это значит, мы на одно деление назад. Вот такая радужная черепашка – это любая, любой цвет черепашки вперед. Соответственно, минусик на... А напомни мне, какая у вас найдется карточка такой черепахой двигать? Вот какую ты сыграл? Вот такую карточку крыл. Нет, ты не обязательно можешь двигать именно свою черепаху. Вот какой у тебя цвет есть на картах, такой и придется двигать. Например... Вот моя черепаха какого-то цвета, но у меня нет его сейчас. А почему нет? На два. Да, есть такие карточки, которые позволяют на два плюсика двигать, назад или вперед. Ну вот, я сейчас расскажу. Соответственно, разноцветная черепашка – это любая черепашка вперед или назад, в зависимости от того, что там плюс или минус. А если со стрелочкой черепашка, значит... Двигается самая последняя черепашка, которая будет у нас в гонках. Выбираешь, если их даже несколько, выбираешь, какая самая последняя двигается, и она на один вперед, потому что одна стрелочка. Начинай. Сыграй сначала карту. Для того, чтобы карту сыграть, ты просто говори ее и вот так вот вниз. Желтая. Так, желтая на один. Да? Угу. Все. Это скидывается, тебе дается новая карта. У меня еще один стоп. Почему всегда у меня стопы? Не знаю. Хорошо. Красная на один вперед. И тут смотрите, какая ситуация. Так как желтая уже стоит на этом камушке, а красная должна сюда наступить, то она забирается на спину к желтой черепашке. И вот теперь, если желтую черепашку кто-то двинет вперед, то на ее спине будет передвигаться и красная. Вообще можно собрать... целую вот такую вот пирамиду из черепах и двигаться ей. Вот, да. Так, у нас красная пошла вперед, а эти стоят вот здесь на старте. Все, я походил, давай, твой ход. А я? Этой. Синяя на один вперед. Хорошо, двигайся. Ой, еще одна пирамида. Супер, на. У меня опять стоп. Так, хорошо. У меня все стопы будут. Я выбираю разноцветную черепашку, то есть любую черепашку вперед. И это будет желтая. И получаю карту. Теперь ты ходишь. Ты не забыл, какая у тебя черепашка? Ее надо до финиша первой довести. Не забыл. Я вот этой. Фиолетовая вперед. Нет, на один камушек. Так, хорошо. Хорошо. У меня опять стоп. Я хочу... Почему ты мне даешь стопы?
Это не стоп, а назад хождение. А зачем мне назад хождение? Ну, такие выбрались, извини. Ну ладно, я сделаю так, чтобы зеленая черепашка, вот самая отстающая, да, пошла на один камушек вперед. Стрелочка, значит, самая отстающая. Она зеленая. Пусть идет вперед. Да, вот так. Теперь ты ходи. Такая. Какая? Выбери. Разноцветная. Так какая? Какую ты выбрал? Фиолетовую? Да. И целая пирамида. Да, хорошо. Еще одна появилась. Ладно, желтая вперед. Угу. Ходи. Зеленая. Давай. Зеленая вперед. Угу. Карту сбрасывай, и тебе дам новую карту. Ой, сбросила. Сбросила. Все, мне нечем угладить. Все назад. Но так нечестно. Теперь ты можешь. Хочешь, расскажу, для чего минусы? Ты теперь можешь. Ты же помнишь, какая у тебя черепаха? Да. А теперь всех остальных черепах, которые не твоя, можешь назад откидывать. Понял? Да. Только ты сейчас не ходишь. Подожди, я сейчас хожу. И можешь их назад откидывать для чего? Чтобы победить. А-а-а. Вот смотри, для примера тебе показываю. Берем красную черепаху назад. Хоп, и все, кто на ней были, тоже идут назад. Но это только я для примера. Теперь ты ходишь. Карту сыграй, подожди, у тебя нету вперед. Ну, в смысле, я для примера, но я все равно сыграл эту карту. Теперь ты ходишь. Кого назад будешь откидывать? Только не свою, конечно, не свой цвет. Фиолетовую назад, uh-huh. Да? Ну давай, скидывай. Так. Ну что ж. Подожди, что ты делаешь? Я же сейчас хожу. А что ты хочешь? А я хочу догадаться, какой у тебя цвет. Интересно мне. А я возьму и желтую назад. Наверное, желтая это твоя. А ты что будешь делать? А я вот это. Какую? Красную. Красную назад? Да. А, ну да, ты выбрал любую назад. Угу. Ага, скидывай. Ха-ха-ха. Ладно. А я фиолетовую вперед. А ты что будешь делать? А я красную назад. Да что ж ты делаешь? Давай, скидывай. Да, ну аккуратно. Вот мне тебе туда. Какая. С двумя плюсами. Двумя. Да, давай, беги. А я сейчас. Ну я сейчас буду ходить. Угу. Я желтую вперед. А я. А ты? Зеленую вперед. Угу. Подожди. Это что, у тебя получается зеленая твоя? Так, это моя должна быть карточка. Это что, у тебя получается зеленая черепаха? Ага, вот и... Подожди, нет, сейчас я хожу. Ты походил зеленой, теперь я хожу. Давай. Хитрый, а я желтый вперед. Но, давай, теперь ты. Теперь... Так, какая карта? Раз, два. Видимо, вот эту ты сыграл, да? Красную угу. Вперед. Ну, давай. Скидывай. Скину. Так. А я? Подожди, я хожу. Желтая вперед на два. Раз, два. А зеленая? Ходи. Хожу. А желтая назад. А это вперед. Это плюс. А, желтая вперед. Ты хочешь вперед? Да. А, ну ладно. Какую ты сыграл? Вот эту. Угу. Да. С боссом. Ну, тебе еще. Желтая. Ладно. Чтоб не обидно было, я
фиолетовой, похожу вперед. Че это она там сзади? Теперь ты ходи. Синяя назад. Ну сам смотри. А я возьму синюю назад. Давай карту выбрасывай. Забросил. Так, вот, это самое отстающее. Это будет фиолетовое. Ладно, я тогда похожу красной вперед. Да что за... Смотри, вообще-то, ну, если... Ну почему у меня если... нет зеленой? Подожди, я тебе кое-что хочу рассказать. Если какая-то черепашка дойдет до финиша, ну, не наша, не твоя и не моя, то победитель определится просто, кто будет первее, ну, кто будет ближе к финишу, на каком камушке, понимаешь? Не обязательно прям до финиша идти. Давай. А я фиолетовый вперед. На два. На два. Да, потому что она самая отстающая. Угу. Договорились. А я... А, я вижу. Я же... Ага. Чуть не проговорился, за какой я цвет играю. Ладно, я зеленым вперед двину. Потому что мне нравится такой цвет. Так, теперь ты ходишь. Mm. А что же я? Нет, ну что? Подумай, же? Подумай хорошенько. Не могу подумать. Подумай. Давай это. Фиолетовый? Ага. А, ты, наверное, за фиолетовую играешь, да? Вот тебе еще фиолетовая. Так, а я что сделаю? А, я красную подвину вперед. Скоро финиш. Ну-ка. Ты, наверное, за фиолетовую играешь. Ну, давай, играй за фиолетовую. Давай, давай. Ага. Я ее сбросить буду. Ты хочешь на фиолетовую. Вот сюда, да? Да не, я ее сбрасываю. Я играл. А, нет, не играл. Нет, не играл. Тебе она опять пришла. Ты другую хочешь сейчас поиграть? Ну, о, давай. О, значит, фиолетовая. Сюда. А, ну хорошо. Все, это ушла. Это сюда. Так, ладно. А раз ты такой хитрый играешь за фиолетовую, на тебе фиолетовую назад. Теперь ты ходишь. Я? А я синюю вперед. Ну, давай. Хорошо. А потом надо показывать, какая была карточка. Да, да. Но еще непонятно, кто же выиграет. Угу. Синюю вперед. Ладно, пусть будет самая отстающая. Это пусть будет фиолетовая. А, ты играешь за фиолетовую. Ладно, пусть синяя будет на два вперед. А теперь ты ходи. А я похожу самой отстающей. Вперед? Вперед! Ну давай, ты двинешь, извини, а то я за тебя играю. Вот так. Так ты хитрый, ты за фиолетовую играешь. О, еще фиолетовая. Ты мне фиолетовую дал. Такое? Я хочу, чтобы фиолетовая... Я тогда... Что бы такое сделать? Ну что ж, ладно, я тогда зеленую вперед. И я победил, потому что я желтый. А я победил. Как это? Ты же фиолетовый. Я же зеленую загнал. Так я меня. Да, я зеленую загнал. Да что это такое? А давай еще один раз поиграем. В эту игру? Да. Почему? Потому что она мне понравилась очень. Да? Я же в нее давно не играл. Ну давай. Еще собирай все. Давай. Все. Ну ты будешь еще раз за зеленую играть? Нет, не знаю, какая попадется. А, ну хорошо. Вдруг попадется. Тогда на. Вот тебе. Все, вот эти. Все, всем пока. Мы еще одну партию сыграем. Может быть, ее и тоже выложим потом. А давай опять. Запишем? Сейчас. Да. Хорошо. Потому что мне очень понравилось. А давай не всем пока. Давай это будет очень длинное видео. Хорошо.
чтобы все посмотрели, как я еще один раз выиграл.